Настен, а ведь ты была права. В твоем телефоне действительно обнаружена шпионская программа. Спецы неделю провозились. То есть мои звонки постоянно слушали и писали? Ну, если бы только это. Программа может дистанционно включать твой микрофон. Когда ты говоришь не по телефону, слушает, о чем ты говоришь. Значит, наверное, лучше держать его выключенным. Ну, или включать иногда, чтобы там не заподозрили. Да, и, естественно, специалист программы играть не стал, как ты просила. Так что, когда включаешь, следи, о чем говоришь. Поняла. Включаю. Поговорим о погоде. Реанимировался. Андрей Николаевич, спасибо вам за зарядку. Надо тебе аккумулятор сменить или лучше вообще телефон. Мне гоже, когда тебе не дозвонишься. Поняла. Да. Где? Точно убийство? Травмы? Угу. Понял, да. Да, сейчас выезжает. Труп девушки в Новоспасском пруду. Документов никаких. Только какая-то квитанция о покупке антикварной книги. Так что можно считать дело с историческим уклоном. Езжай, разберись. Ясно. Давай. Так, давай, камеры на тебе, в том числе ГИБДДшные. Прошерсти все хорошенько, может быть, где-нибудь что-нибудь записалось. А в монастырь? Коля, рано тебе в монастырь. Вот раскроем дело, и тогда. Я ж не шучу, товарищ капитан. Тут больше объектов-то нет, только монастырь. Коля, в монастырь я сам схожу. Ко мне сейчас должна приехать следовательница из СК. Вот введу ее в курс дела и... Пока это еще что такое? Следовательница? Да, с таким усилением мы все дела быстро раскроем. Ну ладно, что ты стоишь? Давай, дуй по задачам. Добрый день. Я... Капитан Вяземская, можно просто Настя. Ну, день не совсем добрый. А я, Павел Павлович Мишуткин, что характерно, тоже капитан, несмотря на нашу разницу в возрасте. Очень приятно. Что тут случилось? Тело молодой женщины найдено в пруду. На берегу был рюкзак пустой, ни ключей, ни документов, ни телефона. Вероятно, принадлежал утопленнице. В карманах тоже ничего не было, но в рюкзаке было только это. Магазин антикварной книги. Даты продажи нет. Я даже не знал, что бывают книги по 150 тысяч рублей. Мотив для убийства – завладеть книгой. Но это значит, что убийца четко знал, какая ценность у нее в рюкзаке. Но если так, почему просто не выхватить рюкзак и не убежать? Подожди, дочка, ты так сразу твердила, ярлыки не вешай. Убийство. Может быть, шла, оступился, утопла, а рюкзак потом добрые люди обчистили. Павел Павлович, давайте сразу определимся. Я вам никакая не дочка, у меня есть отец. Извини, вырвалась. Это во-первых. А во-вторых, мне тоже это больше напоминает несчастный случай. Я вообще не понимаю, почему меня вызвали. Я не понимаю. Если вы имеете в виду мой возраст, то это не главный критерий для оценки следователя. Я опять с тобой согласен, капитан. Я считаю, что главный критерий – это опыт. Покажите мне место происшествия? Конечно. Прошу. Радую результаты, эксперт. Павел Павлович, отпечатки с трупа проверил по базе. Отсутствуют. Вот тебе раз, ну как же ты так напортачил-то? Как же мою личность теперь устанавливать будем? Так и... Да шучу я, не напрягайся. Причина смерти, время. Время? Ориентировочно вчерашний поздний вечер. С 10 до 11. Точнее скажу потом. Причина – утопление, вода в легких. Повреждения на теле есть? След от удара на голове и... Царапины на руках. Следы сопротивления? Очень вероятно. Я потому и настаивал, чтобы вызвали следователя. Запросто могла удариться об камень в воде. Проверяли, он там есть, когда доставали тело. А руки поцарапать, когда падала. Потянулась к воде, оступилась и привет. В любом случае, возьмите белый материал под ногтями. Если это было нападение, то она могла сопротивляться, по-женски царапаться. Сделаем. Я вам больше не нужен? Свободен. Все увозите. Вы что дальше собирались делать?
Хотел до монастыря прогуляться, свидетелей поискать. Ну да. Веки в 17-м там. На стенах и башнях дозорные стоим. А действительно, может, больше не будем ничего делать, а? Ну, действительно, зачем лишний раз напрягаться? Павел Павлович, вы как-то все очень резко воспринимаете. Хорошо, идите к монастырю, поищите свидетелей. А я пока съезжу в магазин, узнаю, может, там помнят, кто покупал дорогую книгу. Слушаюсь. Не ожидал тебя здесь увидеть. Ну, здравствуй. Тут еще и карантин, ты случаем не заразишься? Спасибо за заботу. Грипп, не бубоныч можешь? Скоро выписывают. Ты волнуешься? Интересуюсь. Просто пуля типа мне предназначалась, поэтому я перед тобой как бы в долгу. Не переживай, старичок, я выкарабкаюсь. И тем не менее, я не хотел бы, чтобы между нами были какие-то неразрешенные вопросы. Мне кажется, или ты правда к Насте неровно дышишь? Ты такой внимательный. И что? Ничего. Хотел предупредить. Ну, давай. Предупреждай. Да ладно, чего ты? Я же без претензий. На какие у тебя могут быть претензии? Просто хотел напомнить, что у нее уже есть жених. Давай, Настя сама сделает выбор. Кто жених, а кто не жених. По-моему, она его уже сделала. Идете в ЗАГС, я вас первым поздравлю. Выздоравливай. Даниил Николаевич, вот взгляните на фото квитанции. Вам поступала заявка на эту книгу? Ну, это надо посмотреть. У нас на каждой карточке записано, кто заказывает книгу, фамилия и телефон. Пожалуйста. Селиванов Станислав Аркадьевич. «Московские коллекционеры», издание 1911 года. Заказала эту книгу Елизавета Петунова. Вот ее телефон. Разрешите? Пожалуйста. А что обозначает эта галочка? Эта галочка обозначает, что клиент получил данную книгу. Странно. Что странно? Эта книга через мой магазин не проходила. Может быть, вы забыли? Сударыня, это же не ширпотреб. Это редчайшая книга. Ее даже в Ленинке нет. Я ее видел в своей жизни один раз, и то во времена... Даниил Николаевич, но ведь квитанция есть. Я эту квитанцию не выписывал. Ну, может быть, это Павел сделал. Павел – это мой внучатый племянник. Паша! Насчет дозорных вы точно подметили. Их нет, у нас не крепость. А на стенах бывают и... реставраторы, и трудники, и рабочие. Да вот о том-то и речь. А можно как-то установить, кто был вчера вечером? Никого. Если бывают, то днем. А что же техника эта? Камеры смотрели их? Да посмотрели. Ваши камеры вдоль стен смотрят, а там деревья вокруг пруда растут. В общем, глухо. Есть у нас на хоздворе один рабочий, частенько задерживается. Может, и вчера он поздно уходил, не знаю. Сегодня его нет, но как придет, расспрошу. Спасибо. Ну, тогда пусть сразу нам звонит, а лучше сразу приходит. Спасибо, до свидания. 150 тысяч? Нет, вчера такую не продавал, и вообще вчера крупных продаж не было. Вообще, если честно, эту книгу не помню. Паш, ну массивная такая вот. Больше форматом, чем А4. Не припоминаешь? Нет, если это только было когда-то давно, я уже забыл. Ну, может быть, вы в базу ее вносили?
Да. Есть отметка о том, что она продана. Но нет даты. Камера у вас в магазине есть? Есть. Хотите записи? Да, будьте добры. И запишите мне на диск, я чуть позже зайду. Еще, если будет у вас какая-то новая информация, свяжитесь со мной. Ага. Непременно. Всего доброго. Всего доброго. Ну, какие новости, товарищ капитан? Судя по фотографиям в социальных сетях, наша потерпевшая Елизавета Петунова, та самая девушка, которая оставляла заявку на книгу. И работала в музее Бахрушина. Это у вас экспертиза? Можно взглянуть? Ну, предварительный детальный анализ пока еще не готов, но в крови уже найдено некоторое количество алкоголя. Некоторое это какое? Небольшое, но все-таки. Складывается все. Книгу она купила не вчера, это видно, квитанция в рюкзаке завалялась. Значит, никакого разбойного нападения не было, а была прогулка в не совсем трезвом виде. Ну, давайте соберем сначала максимум информации, прежде чем выдвигать ложные гипотезы. Как скажешь. Елизавета была малоактивна в социальных сетях, но у нее есть 6 друзей, и там есть Роман Петунов, думаю, родственник. Надо бы его на опознание вызвать. Сделайте. Да что ж не сделать. Но знаешь, дочка, что мне мой опыт подсказывает? В смысле, товарищ капитан. Что вам подсказывает ваш опыт, товарищ капитан? Что дело наше с тобой? Выеденного яйца не стоит. Полезла девка с пьяным купаться и утопла. Елизавета Петунова была скромная, замкнутая девушка, которая не сидела в социальных сетях и работала в музее. Вам не кажется, что она не похожа на ветерана ВДВ, который напился и с пьяну полез в монастырский пруд? Музей, кстати, тоже надо проверить. А вдруг у них вчера корпоратив был? Я все-таки начну с квартиры. Всего доброго. Пожалуйста. Замки как будто новые. Так они есть новые. Вон, смотрите, собачки вон, без малейшей царапины. Здравствуйте. Вот, Здравствуйте. Не ты. Здравствуйте. Скажите, а Елизавета не меняла замки? Меняла. Слесарь тут приходил, ковырялся, шурудил. Вить, недели две назад, да? Угу. Вы не знаете причину, может быть, она ключи потеряла или боялась кражи? А бог я знаю. Вы не говорили с ней об этом? Да мы бы рады поговорить, только она с ним не особо. Покойница была себе на уме, зазря просто так не болтала. Ясно. Ну, давайте осмотрим квартиру. Тут и красть-то нечего. Книжки одни. Даже телевизора нет. Как она жила-то? Я же говорю, себе на уме. Просто обращай внимание на мелочи, она там явно была лишней. Отставала от стены. И что там, сокровища? Судя по весу, нет. А я при вас открываю тайник. Ну что? А я-то наелся. Ключи у Елизаветы не нашли. Возможно, тот, кто взял ключи и пробрался сюда, чтобы вскрыть тайник. Ну, если там вообще что-то было... Попалыч, пришлите криминалиста на квартиру Капитанова. Я нашла тайник, нужно отпечатки снять. Тайник? Хорошо, сейчас пришлю. Опознание только проведем. Нет, не Роман. Роман, кстати, оказался сводным братом Елизаветы. Но сейчас он в командировке. На опознание приехала его жена Нина. Хорошо, на связи. Нина, вы готовы? Да. Ну, пошли.
Не может быть. Ха. На самом деле, бедная Лиза. А что такого? А вы не читали эту повесть? Да как-то не пришлось. А просто героиня... кончает с собой, ее тоже зовут Эльза. Вот дело. А и как именно она? Ну, это самое. Покончила с собой, бросилась в пруд монастыря. Господи, надо же, как все сошлось. Вот так история. Скажите, а вот ваш муж, он по какой линии приходится братом Елизаветы? Ну, Ромкина мать недолго замужем была за Аркадием Петуновым, а Лискин отец, он уже помер. Но Ромку он усыновил. Поэтому мы, Лискины наследники, других родных не осталось. Я смотрю, вы не очень расстроены ее смерти. Ну, а кто она мне? Никто. Ромка пусть расстраивается, что сестричка утопилась. А вы считаете это самоубийством? Ну да. Сколько ей было? 28? 30. Тем более. Все нормальные девки замужем, а она как-то не пришей рукав никуда. Лиза была одинока, у нее никого не было? Ухажеров, в смысле? Ну, может, кто и был, она мне не докладывала. Но замуж не вышла. Вот так история. Прям сенсация для газеты. Ну, я думаю, вы же понимаете, что... Нет, я, конечно, понимаю, служебная тайна. У меня комары не пролетят. Соседи, вы слышали? У ну, меня во дворе, чтобы не... Надо же. Дневник настоящий, его уже никто не ведет. Вы это тоже к делу приобщите? Хорошо. Вы не часто виделись? Ой, не тянуло как-то. При ее отношении к родственникам. Ну, жизнь ее и наказала. Одна жила, одна и померла. Чем же она вас так обидела? Бабка ей квартиру завещала, мать ее матери. Ромка к ней отношения вроде как не имел. Но одно дело всякие наследственные дела, а другое – справедливость, правильно? Ну, справедливость у каждого своя. Справедливость одна, человеческая. Получила наследство, поделись с родственниками. И представляете, Лиска бабкину квартиру за 5 миллионов продала, а нам вот ни копеечки. Все деньги на глупости спустила. Какие, например? Книжки старые покупала, иногда как с помойки. Какие-то витрины, стеллажи за свой счет в музей заказывала. Выставку какую-то там свою делала. Я Ромке сказала, ноги ее в нашем доме не будет. И ты прекращай с ней знаться, раз она так к родным относится. Скажите, а когда ваш муж уехал в командировку? Сегодня утром. А что это вы вдруг спрашиваете? Да так. Здравствуйте. Снова здравствуйте. Мне там внутри сказали, что вы скоро будете, поэтому я решил вас здесь подождать. Я проверил. Весь приход за год, весь уход за год. Книга в 150 тысяч через кассу не проходила. Что это значит? Это значит, что мой племянник Павел – жулик. Он украл у меня сведения и за моей спиной торгует книгами. А я считал его своим внуком. Данил Николаевич, может, он ошибся? Да что вы, все очень просто. Приходит человек, приносит дорогую книгу. Павел сразу лезет в базу данных, смотрит, если есть заявка, он ее тут же покупает, причем без кассы. И продает покупателю, тоже, кстати говоря, без кассы. А разницу кладет себе в карман. Я слишком сильно им доверял. Подождите, но ведь мы проверили камеры, и на них не видно, как Павел продает книгу, да и Елизавета в магазин не заходила. Он в этих технологиях дока. Ему изменить снимок ничего не стоит. Так, Данил Николаевич, вы, главное, не волнуйтесь. Мы все проверим, обязательно проверим камеры еще на улице. А вы пока ему, главное, ничего не говорите и ведите себя как прежде. Ну, как я могу себя вести как прежде, если мне даже в его сторону посмотреть сложно? Ну, а вы не смотрите. Сделайте вид, что вы очень заняты. Главное, не волнуйтесь, а мы обязательно все узнаем, хорошо? Хорошо. Всего доброго. До свидания. Интересные дела. Вот и жена брата считает, что Петунова утопилась якобы от одиночества. Вот, а у Карамзина из-за несчастной любви. Подожди.
наша Лиза что, тоже в тот же пруд, что ли, сиганула? Того пруда уже давно нет. Лиза утопилась под стенами Симонова монастыря. По преданию, его выкопал сам Сергий Радонежский. Ну, а когда стены монастыря разрушили, пруд засыпали. Так, стоп. Я же сам видел. Лизин пруд в парке Тюфелева роща. Пруд и роща не настоящие, им оставили только название. К тому же там мелко. Вот если б я хотела покончить с собой, как бедная Лиза, я бы тоже пошла к Новоспасскому монастырю. Да ничего она не хотела. Если б хотела, пошла где глубже. Она плавала на мелководье. Ну, допустим, но мне все равно не дает покоя тайник. Кто-то забрал ключи. И паспорт, верно? Вы же не нашли его в квартире. Видит рюкзак, в нем паспорт, в паспорте адрес. Пошел и обчистил тайник. Может, там деньги от продажи квартиры лежали. Да. А-а. Спасибо, сынок, сейчас гляну. Техотдел данные отправил. Так, номер банковского счета. Так, вот список телефонных звонков. Так, ей звонил... Ну, конечно, Павел из антикварного магазина. Ничего не знаю, ничего не помню. Конечно. Так, а выше? Так, три телефонных звонка от одного человека. Ей звонил Раст Фадеев. Мне кажется, я видела его у нее в друзьях. Так, а до него прокрутите. Имя-то какое, Эраст. Она выдумывает. Я вот полжизни думал, что меня папаша не просто так назвал, а в честь следователя из телефильма. Пал Палыч. А потом выяснил, что в честь себя. Ну что, надо брать за жабры этого Эраста. А, только давайте это сделаю я, Пал Палыч. А вы поезжайте в банк и узнайте по поводу банковского счета. Ты, дочка, меня на второстепенные роли задвигаешь. А зря. Я с моим опытом людей насквозь вижу. А тебе этот... Как его? Фадеев. Фадеев. На уши лапши навешает. Я, товарищ капитан, как-нибудь сама справлюсь. Всего доброго. А, вы подождите, раз будет с минуту на минуту. Наверное. Что, начальство часто опаздывает? Ну, он у нас молодожен, ему сейчас не до работы. Ну, тогда можно понять. Ну, мы и понимаем. Куда деваться-то? Раст, это к вам. Здравствуйте. Здравствуйте, следователь Вяземская. Скажите, вы знали Елизавету Путанову? Конечно, она наш исторический консультант. Знали? Знаю. Она умерла. Как умерла? Мы выясняем, выясняем. Скажите, вы когда ее последний раз видели и где? Вчера, здесь. Во сколько? Мы с ней днем созванивались. Она купила книгу, за которой долго гонялась. Потом вечером приехал ко мне, тут немного отметили, выпили шампанское, я ее проводил. Шампанское? Значит, она была не трезва? Да что вы, по бокалу символически. Угу. Скажите, вы были дружны с Елизаветой? Сложно сказать. Так, приятелями. Как считаете, она могла покончить с собой? Я не знаю, я ничего никогда такого. Хорошо, если у меня появятся какие-то вопросы, я с вами свяжусь. Всего доброго. Да, конечно, обращайтесь. Здравствуйте, а вы далеко? А, так я у шлагбаума стою. Да, спасибо. Подождите, подождите, не уезжайте. Я готов написать явку с повинной. Это я убил Лизу. Езжайте. Так, госпожа Петунова проводила через наш банк операцию по продаже квартиры. И потом положила на счет значительные средства. Кстати, если вы откроете у нас вклад в 5 миллионов, то у вас тоже будет личный менеджер. Ты издеваешься, сынок? Я честный мент.
У меня квартира от советского государства, зарплата от российского. Это сколько мне надо пахать, чтобы насчет миллиона вкладывать? Вклады могут быть любой величины абсолютно. 10 рублей выше. Ладно, рассказывай, что там Петунова с деньгами делала. Ну, как и другие наши клиенты, тратила. Приходила и снимала довольно крупные суммы. Вот вчера, например, 150 тысяч сняла. Судя по выписке, она безнал не очень уважала, предпочитала брать наличные. Правильно, я безнал тоже как-то не очень. А ты с Петуновой лично общался? Ну, помнишь что-нибудь или все так, по выписке? Ну, одну историю припоминаю. Я предложил ей арендовать ячейку, часть денег хранить там, чтобы удобнее было брать, всегда иметь к ним доступ. И вот она рассердилась так же, как и вы сейчас. Правда, она была интеллигентным человеком и тут же извинилась. Ну, ладно, ладно. Я хоть не интеллигентный, но тоже извини. Нет проблем. А рассердилась почему? Сказала, что в 90-е ее семья положила ценную вещь в депозитарий, а банк закрылся. Вещи-то удалось вернуть с огромным трудом. Понятно. Я вам соврал. Мы с Лизой любили друг друга. Но женился я не на ней. Моя жена – дочка чиновника, которая организует мне подряды на реставрацию. По-родственному. Мне надо было спасать свою фирму и себя спасать. Так что вчера случилось? Я не говорил ей какое-то время про свадьбу. Ну, разве такое можно скрыть? Ну, она не заходила в интернет почти. Но, видимо, нашлись подружки, наболтали. И вчера она пришла, принесла шампанское. Сказала, что я ее на свадьбу не позвал. А она хочет меня поздравить. Я же ее старый друг. Ну и что, выпили с ней шампанское? Ну а что должен был делать? Прогнать ее? Что? И главное, она когда-то пошутила, сказала, что я женюсь по расчету, а она утопится в пруду. Меня же Ирас там зовут, как бедной Лизе, того гада, который ее бросил. Я в тот момент ничего и не понял, я Карамзина тогда и не читал. И главное, не ожидал я от себя, что способен на такую подлость, на предательство. А вы давно были знакомы? Да, еще с детства. Она и по работе помогала в последнее время. Справки всякие, ну, исторические. Скажите, меня теперь осудят за доведение до самоубийства? Нет, это несколько другая статья. Ваш случай под нее не попадает. Ну, я не могу так жить. Я должен понести наказание. Я понимаю, но, к сожалению, со своими моральными проблемами вам придется справляться самому. Всего доброго. Хоть ты тресни, не верю я в самоубийство, тем более из-за несчастной любви. Есть люди романтического склада. Вот я, например, давно перестала вести дневник, а она вела. Одно дело дневник, а другое в пруд сигануть. Ну, я понимаю, когда болезнь или денег нет. Ну, а если она хотела семью, детей, замуж за любимого человека, а он... А он ей взял и дулю показал, да? Ну и что с того? Что на нем свет клином сошелся? Да она лет 10 еще могла влюбляться и детей рожать. Вы, его нынешние, до тридцатника прыгаете и в ус не дуете. Какие же там дети? Что значит «мы в ус не дуем»? Вы уж не обобщайте. Скажешь, не прав. На себя посмотри. Хорошо, я посмотрю на себя, вы посмотрите на себя, а потом мы вернемся к делу. Значит, вы настаиваете на несчастном случае. Ну почему же? Может, и криминал. Но если убийство, мотив был у одного человека. На брата намекаете? А на кого же? Петунов единственный наследник после смерти сестры. Я их в командировку так быстро укатил. А с женой я с его говорил. Вот Мегера! Вот такие тетки от жадности своих мужей на преступление толкают. Да. Хорошо. Едем. Прораб из монастыря. Поехали. Свидетель объявился. Вчера до полуночи работал. Мы на западной башне гидроизоляцию делаем. И когда освободился, пошел под деревьями вдоль пруда. Пустынно было, прохладненько, благодать. Понятно. Иду не спеша. Что вы там увидели? Ну, сначала услышал всплеск, как будто бы воду что-то сбросили. А крики были? Нет. Ну, я, правда, далеко был от пруда, но если бы кричали, то думаю. А потом увидел, мужик какой-то прошел от пруда. Я бы так не заметил, он просто под фонарем. А как он выглядел? Ну, мужик как мужик. Ни хромой, ни горбатый. Вы его со спины видели? Не только.
Наверху ворона каркнула, он еще как-то смешно головой повернул и на секунду оглянулся. То есть в случае чего вы могли бы его опознать? Ну, лицом к лицу вряд ли. Ну, а если со стороны посмотреть, на походку, на фигуру, то, может, что и скажу, да. Вот. Тут Елизавету Петунову и столкнули в воду. Ну, жаль, конечно. И что? А то, что книгу не обнаружили ни у девушки в рюкзаке, ни у нее дома. Вряд ли ее украл случайный грабитель. А вот вы могли. Я? Зачем? Проследили за ней, отобрали у нее рюкзак и столкнули в воду. Так что и книга у вас, и деньги. 150 тысяч неплохо, да? Я не мог за ней проследить. Я же все время оставался в магазине. Вы что-то путаете, Павел. Почти сразу после того, как Елизавета ушла, вы закрыли магазин и тоже куда-то вышли. Хотя были вполне рабочие часы. Откуда вы? Ну, свои камеры вы почистили, а про уличные забыли. Так что там отлично видно, и как Елизавета в магазин приходит, и как вы выходите. Послушайте, да, я книгу через кассу не провел, да. Но я не мог ее вернуть в магазин. И я внес ее в базу. Послушайте, я бы забрал у нее квитанцию, чтобы на меня не вышли. Поговорили? Говорили. Едем писать чистосердечное? Нет, нет, мы же поговорили с товарищем капитаном, да? Я же все объяснил. Ну, допустим, вас не было в момент гибели Елизаветы Петуновой на пруду. Но вы признались в мошенничестве с книгами. Обещаю больше. Это ты своему деду будешь обещать. Еще скажи спасибо, что он на тебя заявление не написал. Вот видите Красные холмы? Там находится офис Фадеева. Ну, допустим, Лиза вышла в полном отчаянии и решила утопиться. Это получается, что она пересекает Москву реку по мосту лишь для того, чтобы дойти до пруда? Неужели она действительно решила закончить свою жизнь, как героиня Карамзина под монастырскими стенами? Да уж, слишком красиво. Не очень-то похоже на настоящее отчаяние. Нет, к серии Лизин дневник сегодня почитаю, может, там что-нибудь найду. Привет. Привет. Наверное, не надо было тебя выдергивать. Нормально. От встречи с тобой я только выздоравливаю. Спасибо, Наташа. Второй раз меня выкатывает. Карантин все-таки. Сегодня твой Леной приходил. Артем? Угу. Навестил меня. По-приятельски. Что с тобой? Что такое? Меня прослушивают. Кто? Бандиты. Они все время следили за моими передвижениями. Они знали, что мне привезут к Большому театру манускрипта. Они знали, когда вы пойдете с Тёмой на станцию, и поджидали там за поворотом. Но они ничего не знали о передаче рукописи. У меня как раз тогда телефон разрядился. Это те же самые бандиты? Ты же говорил, их посадили. Да, семерых. Но один все еще на свободе. Скажи, что бы ты делал, если бы узнал, что один из твоих близких людей – преступник? Трудный вопрос, Настя. Но в любом случае покрывать нельзя. Ты ведь можешь доверить это дело своим коллегам? А? Радуйся хотя бы, что замуж за него не вышла. Знаешь, я ведь тоже начал его подозревать. Подожди, ты подумал на Артема? Господи, какая же я дурочка. Я думала, ты нам друг, а ты от ревности? Какая гадость. Настя! Настя!
чушь. Сидит такая вся в себе. Что Лисаков опять сложное дело подкинул? Угу. Я тебе звонила. У тебя телефон был выключен. Разряжается быстро. Я тебе что хотел спросить? Что? Как там дело движется? Ну, тех отморозков, которые в Цыганова стреляли, они уже сдали заказчика? Нет еще. Но я дожму их. Обязательно. Что ты так смотришь на меня? Я никогда в твоих способностях не сомневался. Что-то нет у меня аппетита. Пойду к себе. Настя! Видела Эраст. Отдала материалы. Он сказал, что я лучший специалист во всей Москве. Конечно, преувеличивают. Эраст плюшевого мишку подарил. Сказал, не надо быть такой плюшевой, а то всю жизнь просижу в музее. Он не понимает, но мишка прелестит. Опять заходил Роман. Вымотал все нервы. Как от него отвязаться? Он раньше не был таким жадным. Это все Нина. Поставили новые замки. Теперь не так страшно из дома выходить. Ключи только у меня. Завтра снова увижу Эраста. Тём, ты, главное, не волнуйся. Следователь знает, в каком ты был состоянии. Он поймет, почему ты сразу не признался. Настя, да ладно тебе. Я же сам решил пойти в ФСБ. Вот смотри, я спокоен, как слон. А ты какая-то издерганная. Да, дневник мертвой девушки по ночи читала. Тоже мне, знаешь, удовольствие. И вообще надоело это все. Закончу дело и уйду. Лучше подумай хорошенько. Чтобы вернуться в историки, придется второе образование получать. Ну а что делать, если я больше не могу этим заниматься? Настя, ну это твоя профессия. Вот смотри, я кандидатскую не защитил, и все. Поезд ушел, я не ученый. Открою антикварные магазины, буду барахлом всяким торговать. Все, ну что ты такое говоришь? Ты еще докторскую защитишь. У тебя все для этого есть. И ум, и знания. Главное, что ты у меня есть. Ладно. Я пришел. Ты беги на работу. Удачи тебе. И тебе. При повторном анализе в крови обнаружены остаточные следы снотворного из группы бензодиазепинов. Это что еще за зверь? Сильное снотворное седативное средство. Их в основном в больнице применяют. Он тут пишет, что с алкоголем это мешать нельзя. Да, вот читаю как раз. Кома, остановка дыхания. Ну, ясно, что Елизавета не стала бы их мешать сама. А может, не знала, инструкцию не прочитала? Серьезно? То есть запила таблетку шампанским и пошла гулять вокруг пруда. Это снотворное, его пьют для того, чтобы заснуть, и пьют дома. Значит, подсыпали ей, опоили, на пруд привезли и утопили. Между прочим, кое-кто сегодня из командировки вернулся. Роман? Да, Лиза писала, что она боится их жены. Надо бы с этим братцем тоже по бережку прогуляться. В этом пруду нашли тело вашей сестры. Понятно. А я как единственный наследник, значит, автоматически попадаю в подозреваемых. Почему? Если у вас есть алиби на вечер перед командировкой, то нет? Я был на тусовке джиперов. По катушке около Дмитрова. Я там видел человек 100. В котором часу? Так, черт, я же уехал часов 7, наверное. Нужно было выспаться перед командировкой. Но вы можете рассчитать расстояние до Дмитрова и скорость, на которую способен мой козлик. Не волнуйтесь, рассчитаем. Думаю, вы теперь сможете позволить себе новую машину.
когда получите Лизино наследство. Наследство? А вы при обыске нашли яйцо? Яйцо? Яйцо Фаберже. Наша семейная типа реликвия. Но не наша, их семейная, Петуновых. Не пойму, зачем нужно было эту штуку столько хранить. Но бешеных денег стоит. А вы видели его? Да если бы. Только слышал от матери. Она видела. Я тебе с Лизой показывал. Прятали они его где-то. Ну, тайник-то мы нашли, но он был пустой. Пустой? Столько раз просил продать это яйцо, деньги поделить. О, порода Петуновых. Упрямая. Эй! Павел Павлович, я в музей Бахрушина хочу Лизиных коллег опросить. Девять дней пройдет, перевесим фото в витрину. Анна Петровна, а может оставить, как Лиза оформляла? Это и будет ей память. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.